Всем привет, ребята! Вы на канале Тили Вилли Кидс. И вот, ребята, я решила поиграть в классную игру Аквабайк Тома 2. Продолжение первой части, которая мне очень нравилась. И я мечтала поиграть еще кроме Тома и Анжелы другими персонажами. И вот, наконец-то, эта игра. Да, Том увидел, что его друзья развлекаются на аквабайках и решил тоже прокатиться. Посмотрите, как классно катается наш Томик. Сюда не может он проехать мимо всех препятствий. Еще у него не очень хорошо получается. У него новый аквабайк. И он строит свой пляж. И вот финиш. Потренировался наш котик Том. Ему очень понравилось. Супер! И вот сейчас посмотрите, вот стоянка аквабайка Тома на пляже. И вот такой классный наш котик Том со своей стоянкой. Так что, котик, можно теперь соревноваться со своими друзьями. Посмотрите, Хэнк и Том соревнуются, кто же первый приедет к финишу. Ребята, кажется, Хэнк обгоняет нашего Тома. Ну, я верю в победу котика. Так что, видите, Том перегоняет Хэнка. Классно, когда попадаешь на вот эти трамплины. Синенькие вообще скорость прибавляется. Неужели финиш? Смотрите, как быстро. И сколько же Томик монеток насобирал. Первое место занял. И получил сундучок. Я люблю открывать сундучки. Томик, давай вместе откроем. Ну что же, ключиком открываем сундучок. И что же здесь? Монетки, 100 монеток пригодятся нам. Кристаллики, классно. И улучшение для аквабайка Тома, классно. Можем получить второй уровень аквабайка. Ну что же, сейчас улучшаем наш транспорт. Апгрейдим аквабайк. Получили второй уровень. И теперь наш Том сможет ездить быстрее. Так что, Том, давай-ка покажи класс. Теперь у тебя два соперника. Это Джинджер и Бен. Смотрите, как Бен вырвался вперед. Тут еще главное в самом начале не прозевать. И вовремя начать гонку, дать газу аквабайка. И потом все классно будет. Ну что, Томик, теперь тяжелее. Смотри, тебя друзья обгоняют. И Джинджер, и Бен уже впереди. Так что, Том, я не знаю, не верила, Том, я, что ты победишь, но как, посмотрите, на финише ускорился наш котик. Классно. Очень уж хочется мне скорее поиграть кошечкой Анжелой. Ну, скоро-скоро поиграем. Вот сейчас сундучок открыли. И у нас попался новый аквабайк, какой классный, надувной, такой необычный. Надо будет попробовать на нем прокатиться. Ну а новые сундучки будем ждать, когда откроются. Тоже выберем этот аквабайк. Новенький. Желто-красный. Я думаю, Томику понравится. Ну а сейчас улучшаем пляж котика Тома. Ух ты! Уже и сумка-холодильник, и лежак есть. Так что, Томик, давай зарабатывай монетки, и мы будем приближаться к пляжу кошечки Анжелы и сможем поиграть нашей любимой кошечкой. Мне очень не терпится поиграть нашей Анжелочкой, тем более, смотрите, она обгоняет котика Тома, но нет, Том, тебе повезло, вот в этих вопросиках скрыты какие-то улучшения, вот и скоростные лодки, и магнитики, магнитики вообще круто. Точно так же, как в Томе бег за золотом. Магнит очень классно выручает, когда не добираешься до монеток. Что-то, Том, Анжела тебя перегнала. Неужели твой аквабайк не справляется? А вот какое улучшение классное на дельтаплане прокатился. Полетел наш Томик. И что, ребята, Анжелочка победила. Ну, девчонкам надо выступать место, да, котик Том? Ну ничего, второе место тоже классно.
И вот смотрите, какой-то новый сундучок, который мы можем открыть, заработав флажки. Два флажка есть, сейчас я пропускаю. И заработаем остальные флажки. И очень хочется открыть этот сундучок и посмотреть, что же в нем будет. Так, Том не очень хорошо начал. Джинджер опережает его. Да, и собирает все улучшения на пути. Ну и Том что-то подобрал. Ух ты, эту суперреактивную торпеду, подводную лодку. И обогнал всех. Молодец, Томик. Что тут будет? Удвоение монеток. Это здорово. Быстрее приблизимся к своей мечте. Томик сможет построить свой пляж. Обустроить. И мы сможем попасть к нашей кошечке Анжеле. И прокатиться вместе с ней. Ну что, Томик второй, Джинджер победил. Так, вот, откроем сундучок. И посмотрим, что же в нем будет. Очень интересно. Такой необычный сундучок, который нам дают за прохождение уровней. Ух ты, 320 монеток, очень много. Супер сундучок. И улучшение для первого аквабайка Тома. Это круто. И улучшение небольшое для второго. И новый аквабайк. Классно. Вот такой аквабайк очень понравится Анжеле. Если бы только, конечно, его улучшить, то было бы вообще супер. К Тому муха прицепилась. Но он ее прогоняет. Так, что же, смотрим. Вот этот аквабайк надо улучшить. И он вообще у нас станет супер скоростным, а этот очень красивый. Ну что же, давайте. Томик не знает, какой выбрать. Хочется любой, но надо улучшить сразу вот этот аквабайк. И он у него вообще самый крутой. Конечно же, стройка. Как же без нее? И сейчас хочется побыстрее построить пляж котика Тома и попасть к Анжелочке. Вот такое строительство у нашего Тома. Ну что же, выбираем вот этот крутой наш аквабайк третьего уровня. И я думаю, что теперь, Томик, ты сможешь победить своих друзей. Ну, вперед, поехали! Хочу, чтобы котик Том занял первое место и собрал побольше монеток. Так классно с трамплинов спрыгивает наш котик и сразу скорость увеличивается. Здорово, магнитики, классно. Что же в этих чемоданчиках интересно? Все так хотят их подобрать. Я думаю, что-то дают они. Что в этом улучшении? Магнитик снова. Анжелочка обгоняет котика Тома. Давай, Томик, вперед. Анжелочка вот-вот тебя перегонит, но я вижу уже финиш, и кажется, наш Том первое место занял. Классно, Том. Молодец. Сколько монеток? 113 монеток у нашего котика Тома. Можно строить свою стоянку на пляже. Ну а сейчас пропустим, заработаем монетки, и я покажу, как мы попадем к кошечке Анжеле. Вот, осталось последнее улучшение. И вот пляж котика Тома готов. И мы сможем отправиться к кошечке на ее пляж. Ну что, Том, вперед. Так, вдвоем с Анжелой соревнуемся. Смотрите, какой рывок был у Тома. Как он быстро начал. Уж очень ему не терпится попасть к Анжелочке. Здорово. Появляются все новые и новые препятствия. Уже тяжелее справляться нашему котику Тому. Если он врежется, то закончится игра. Смотрите, какой туннель радужный. Что же произойдет, ребята? Я вижу новый пляж. Вау, какой город красивый, курорт. И вот эта новая локация. Очень классная. Ну и потяжелее, конечно. Очень красиво. Какие отели на берегу океана. Классно, наш Томик.
первый обогнал кошечку Анжелу, ну и посмотрим. Сейчас получил 68 монеток, и вот открылся пляж Анжелы. Ну и вот, какой красивый курорт у кошечки Анжелы. Ну, Анжелочка будет зарабатывать монетки и строить его. Да, и вот выберем нашу Анжелу. Также можно будет выбрать Хэнка, Джинджера, Бена. И будем с ними играть. Ну а сейчас очередь нашей кошечки Анжелы прокатиться на аквабайке. Ну что, Анжела, вперед, покажи, как у тебя получается. Очень красивый пляж. Ну и что, котик Том обогнал нашу Анжелу. Я хотела, чтобы Анжела победила. Ну посмотрим, как у нее получится. Полетела наша кошечка на дельтаплане. И вот водная горка, как в аквапарке, и куча монеток. Молодец, кошечка Анжела, у нее такая скорость большая. И смотрите, какой подвох. За улучшением скрывался камень, в который врезалась наша кошечка Анжела. Но ничего, она еще попробует. Смотрите, можно уже построить часть ее курорта. Так, постепенно, Анжелочка, сделаем тебе красоту на пляже. Ну что же, вперед, я думаю, что сейчас тебе удастся лучше. И вот наша Анжела лидирует. Классненько, с магнитиком вообще здорово. Монетки нам нужны. Мы хотим еще побывать на пляже у Хэнка и у Бена. Очень интересно, что же там будет. Ну, давай, Анжелочка, я надеюсь, что ты сейчас не врежешься. Надо внимательно смотреть на вот эти вот камни, которые выступают из воды. У Тома не было так сложно. А у Анжелочки надо постараться и повнимательнее ехать. И вот финиш, и наша кошечка заняла первое место. Молодец, Анжела, я за тебя очень рада. И Анжела тоже супер радуется, наша кошечка. Молодец. Ух ты, разминка у нашей кошечки. Молодец, Анжелочка. Так, давай-ка мы тебе выберем вот этот аквабайк розовый. Попробуешь прокатиться на нем. Ух ты, он очень тебе подходит. Хоть он и не сильно скоростной, но зато очень-очень красивый. И Анжелочка самая первая начала. Молодец, Анжела. И лодки едут навстречу, надо опасаться. И вон твои друзья тебя обгоняют. Анжела, давай, старайся. Ну, у них, наверное, аквабайки поскоростней, да? И что, Анжелочка? Ты, тяжелая трасса. Обогнали тебя друзья. Я думаю, ты уже не сможешь вырваться вперед. Ну, всякое может быть, да? Вдруг ребята повезет, вдруг кто-то врежется. Уже кто-то врезался, да? У нас один Хэнк остался, так что Анжелочка займет второе место. Все, молодец, Анжела. Здорово получилось. Ну что, ребята, а сейчас я с вами буду прощаться и с Анжелой, и с Томом, и с его друзьями тоже. Всем пока-пока!